Я знаю, что мне повезет. А как же иначе? Ведь сегодня пятница, впереди выходные, а это значит, что они будут у вас интересными, насыщенными. И следующая неделя не исключение, потому что кто-то из вас прямо сейчас выиграет какие-то удивительные пригласительные и хорошо проведет время с пользой и удовольствием. Я вас приветствую, друзья, в студии Юлии Черняева. Наш традиционный розыгрыш в это самое время здесь, на телеканале «Самара ГИС», уже стартует прямо сейчас. Что же нужно для того, чтобы стать его участником? Все очень просто. Есть у нас группа ВКонтакте, телеканал «Самара ГИС». Туда вступайте обязательно, делайте репосты наших записей, оставляйте свои комментарии, ставьте порядковый номер, соблюдайте все эти условия, и только после этого вы смело можете усаживаться перед экраном для того, чтобы сейчас вот это вот то самое тянущее чувство, я не знаю, ожидание прочувствовать, потому что, мне кажется, когда вот тот самый момент вытаскивания бочонков из нашего мешка, он так немножечко прям притягивает к себе. Ну что, давайте знакомиться, кто сегодня у нас будет вершить ваши судьбы. Наш замечательный Дмитрий Лопатин, сотрудник телеканала «Самара ГИС», занимается интернет-проектами, все знает о том, что происходит с телеканалом в интернете. Дима, добрый вечер. Привет, Юль. Привет, телезрители. Ну так вот, оказаться здесь в студии, и каково это? Какие ощущения, эмоции и все такое? Ой, ну я не первый раз вообще в этой студии, не первый раз участвую в передаче, но что-то волнительно вообще так. Тем более, вот, когда... Тем более вершить судьбы наших телезрителей. Вот сейчас, когда стану бочонки. Ну давай тогда, можешь уже начинать мешать, замес делать такой вот. Ну а вы, друзья, давайте трепещите, потому что первым под раздачу у нас попадает билет на спектакль «Чайка». 16 апреля, театр «Самарская площадь» вас приглашает на этот удивительный классический спектакль, своей постановки оригинальной. Итак, кто же отправится, Дмитрий? Так, барабанная дробь. Пам-парам-парам-папам. Номер 27. Номер 27. Мы вас поздравляем, вы молодец. Молодец, что оставили свой комментарий под этим номером. Вам повезло. И пригласительный билет в кино «Киновертикаль». Тоже сейчас, мне кажется, не менее волнительно, потому что билетики в кино всегда пользуются успехом. Итак, что же это за номер? Это номер 18. Номер 18, друзья. Ну что, вот такие выигрышные номера у нас сегодня. Дима, подтверждай, я всех прошу, чтобы ты, как говорится, своими глазами увидел, что у нас все без обмана. Да у нас все честно, вот даже можете посмотреть. Никакого у нас второго дна тут нету. В любом случае, вот так вот мы сегодня объяснили вам, что здесь все честно и, в общем-то, не как бы такого ничего плохого, криминального нет. Ну а вы, друзья, дерзайте. Прямо сейчас в нашей группе уже появляется запись об очередном розыгрыше на выходные. Мы с вами увидимся в понедельник и ровно в 20:55 будем подводить итоги. Я знаю, что вам повезет. Дима, тебе большое спасибо. Тебе спасибо, Юля. А вам, друзья, да, конечно, позову. И вас в том числе. Записывайтесь на участие в нашей группе. Ждем вас здесь, в нашей студии. До встречи.